Второй международный фестиваль русской классической драматургии «Горячее сердце» пройдет в Кинешме с 10 по 19 апреля. Театры Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Нижнего Новгорода приедут в наш регион, чтобы показать лучшие свои постановки. В Кинешемском драматическом театре имени Островского можно будет увидеть чеховский «Вишневый сад», гоголевскую «Женитьбу», «Живи и помни» Валентина Распутина. Статус международного фестиваля обеспечивает участие израильского театра «Зеро». Актеры подготовили постановку «Забавные опыты любви» Антона Павловича Чехова. Этот спектакль можно будет посмотреть и в Ивановском драматическом театре 14 апреля. А 19 апреля в областном центре можно будет посетить спектакль «Игроки» Академического театра комедии имени Акимова из Санкт-Петербурга. В качестве гостей фестиваля в этом году заявлены актеры Алексей Гуськов, Андрей Мерзликин и Ирина Розанова. В Кинешме билетов на фестиваль осталось совсем мало. Абонемента от 2000, но, по-моему, их уже в продаже нет, до 3500. Принимаются также коллективные заявки на отдельные спектакли фестиваля, но только коллективные заявки. То есть мы, как бы зритель, просто купить билет на какой-то из спектаклей, ну, пока что такой возможности не предоставляем им. Только что если накануне, буквально в день спектакля.